Девочка. Thank you.
станция. Кумта. Как? Кумта. Кумта. Какая-то станция Кумта. Вот она такая вся. Так, брысь отсюда. Там окна есть. А мы с другой стороны. Интересный мостик такой. Кумта. Сейчас посмотрим, как это называется. Нам еще 1 час до Гоа примерно. Двери не закрываются здесь никогда, в принципе. Вот такая вот беда. Привет всем. Пустой вагон, на Гоа нету никого.
One, two, three. Так, следующая станция у нас вот она. Такая называется. Сейчас посмотрим. Ближе. Как все дрожит. Подъезжаем к границе Карнатаки и Гоа. Воины в порядке. Спасибо за ряд. Все в горы.
Ждем поезд проходящий. Уступаем дорогу. Сейчас рядом пройдет. Святая земля Карнатаки. О, святые деревья. Колено преклонение сделали все. Все. Первые аборигены. Наши товарищи. Это наш поезд. Он идет дальше в Гоа, на Гоа Моргао. А мы вышли на станции. Как называется Карвар. Карвар. Вот он, Карвар. Карвар — это на границе с Гоа. И мы сейчас будем смотреть, куда нам дальше двигать ласты. Городок небольшой. Будем посмотреть. Бабушка уже у нас просит копеечку. Мы копейки не даем. Это наш принцип. Если только кто-то нам не станцует или не покажет какой-то номер артистический. Поет и станцует. Тогда можем дать. А простым смертным не даем. Ой-ой-ой. Блошастые какие-то маленькие эти штуки. Нет, с суками вообще дело не имеет. Пошел! Погони ее, а то она это самое грызет. Так, ну что, неизвестно. А ну пошло, пошло, пошло. Погонили его. Вот мы идем. Сэр, сити, сити. Так, нам сказали, что мы чуть-чуть прошли вход в город. Идем вход в город. Вот такой вокзальчик здесь. Очень красиво все. Чистенько. Видно сразу Карнатака. Карнатака очень чисто. Нам нравится.
Вот мы договорились с товарищем, он нас сейчас подвезет до следующей станции. И там, говорит, автобусная станция есть. Давай назад, назад. Сейчас мы туда все назад запихнем. Окей. Мы уже приспособились, что Майя залазь туда внутрь. Обычно я это делаю, но сейчас на Майку перешла обязанность. Наше путешествие в рикше выглядит примерно так. Вот так вот мы как слегка селедки. Здесь набиты рюкзаки у нас. Там еще рюкзачок удалось. Обычно не очень. Вот здесь вот так мы едем по такой улочке. Такие дома. Обычная деревня. Карнатаковская, не сказать индийская, карнатаковская. Каждый штат здесь – это отдельное государство со своими правилами, культурой и языком. В большинстве пивка, и было бы все. Только неизвестно, продают ли в Карнатаке алкоголь. Наверняка продают, потому что рядом Гоа. Вот мы приехали. Вот мы приехали. И это Bus station, автобусная остановка. Сейчас мы здесь. Здесь даже АТМ есть. Вот. Вот, красивая какая. Пейзажи красивые. Все, идем сейчас на bus station, а потом уже план действия разрабатываем. Вот этот банк карнатаковский мне денег не дал, ни по одной карте. Идем, смотрим следующий. В общем, сошли мы с поезда. Сошли с поезда, проехались до bus station в Карнатаке. И оказалось, что в этом городке банкоматы денег не дают. У нас осталось мало-мало, и мы должны сейчас ехать. Едем на Гоа через границу. Сейчас будет, наверное, недалеко граница Гоа-Карнатака. И там будем искать банкоматы. В Маргао как бы не хочется ехать, потому что мы там были. Мы берем сейчас что-нибудь поближе. Билет до ближайшего городка, как сказал, в котором есть банкоматы. Вот мы едем сейчас на автобусе. Все удалось. Мы патрулируем границы между Гоа и Карнатаком. Agora de novo. Маргао 68.
А посмотрите, сколько километров. Так, Бонда 77, Маргаун, Панадри. Бонда. А Маргаун сколько? Есть кадышка. Итак, мы прибыли на Гоа. Все у нас получилось, банкоматов полно. В общем, переспали мы возле моря, где-то там это самое. Где-то там. Где-то там такой маленький отельчик. Тарир. Как? Мисо Бустарир. Вот, Мисо это какой-то городок. Вот. Да, нашли себе, вечерком поздно пошли, нашли себе домик, такой хороший этот самый, вот, все, за приличную цену, 15 тысяч плюс газ наш, там, 1000 еще плюс, все там будет хорошо, так, обычная наша такса, нам предлагали здесь и за 30 тысяч, и за 25, и даже за 100 тысяч, Дороти, блядь, нашли лошицу, блядь, и хотели ее развести на это самое, огромный зал, в котором можно футбол играть, вот, но в конце концов, конференцию делать можно, в общем, короче, мы нашли то, что мы искали, за приличную сумму, и это самое, теперь направляемся туда, нам остался километр дойти вот по этой дорожке. Вот по этой дорожке, и там будет наш домик новый, в котором мы проведем неизвестно сколько времени, от месяца и больше. Вот. Вот здесь так красиво все. Короче, море не купальное, купаться нельзя. Сезон монсун, все, вода мутная, все как-то не очень то самое. Но вроде все довольны, да? Кто-то выпил пивка, кто-то мне чайку с булочками там покушал и там все дела. Это не чай был. А что это было? Это было молоко. Молочко, да, там было молочко с этим и с чем? Канапками. И еще канапки платками. Это по-польски, это бутерброды, канапки. Это польщина, да. И еще платки. И платки, окей. Вот у нас юный натуралист, она рассматривает здесь муравьев разных. Любит вообще так засматриваться и мир природы смотреть. Будущий научный работник. Все имеют сопли после вентиляторов в поезде и открытых окон. Но все вроде как ничего довольны. Особенно я. Пивка уже выпил с утра. Все окей. Вот. Следующий будем уже смотреть домик.
Это наш хозяин. Как его зовут? Викторио Карвало. Викторио Карвало. Первый раз. И мы в новом доме. Вот мы наконец пришли. Здесь вот у нас все есть для жизни. Как бы спаленки, лазенки. Все нам здесь еще вентилятор сейчас сделают. Там это, свет. И все будет. Вот в ближайшее время мы здесь будем делать. Вот. Thank you. Ну вот, это уже второй день, мы обосновались. Оказалось, что пляжик здесь отличный, приличный. Все у нас уже получилось. Мы такие здесь порядочек как бы чуть-чуть навели по-своему. Вот уже тут завтраки какие-то намечаются. Вот, это мой завтрак, вернее, закуска старого алкоголика. Вот здесь у меня вот уже... Вот как вы, даже холодильник нам как-то нашли. Вот здесь сейчас кипит все молоко, пока Дорота улыбается и смотрит на это все дело. А кто-то здесь ждет просто-напросто этого молока. Вот у нас уже все вот так вот выглядит. Вроде более-менее красиво. Газ есть, все есть. В общем, все как нужно. Здесь вот. Уже здесь порядочки, все как бы, вентилятор у нас работает. Все навели. Этот туалетик у нас даже есть. Душик, все как бы. Это. Вот, еще нам шкаф купили. Малыши еще мертвые спят. Нам вот такой вчера шкаф тащили мы. Вот. Как бы все. Все окей. За окном тоже красота неописуемая, как всегда. Пальмочки. И вот еще, потом уже дальше будет сценарий продолжаться на пляжике, как мы там обустроимся. Вот. Так что всем привет. Вот такое путешествие у нас было, и нам это... Мы 2 дня ехали из... Часов 6, короче, из Покхары в Катманду. Потом там визы себе сделали, поспали слегка. И дальше несколько дней, и дальше уже это самое. Рванули к границе, и через границу быстренько приехали. И вот поездом двое с половиной суток мы ехали. Ехали от границы с Непала до Кералы. В общем, в принципе, довольно комфортно все было. Потом не понравилась нам коммунистическая Керала из-за того, что там, ну, там не могли мы себе сим-карты сделать. И поэтому мы сразу поехали в сторону Гоа. Денек там отдохнули, ночь переспали, или 2 где-то, не помню уже точно. В общем, нам путешествие это обошлось все сколько? 5 дней, да? Сколько? 5 дней от Непала, от границы Непала до Гоа. 6, 2 дня мы еще в Керале. Да, я там уже увел с другого окна. Все в порядке, как бы. Это красота неописуемая, я уже говорил. Еще пляж будет уже в следующей серии. На этом мы заканчиваем все. Недельное путешествие. Все довольны, особенно я. Вот здесь приехали в Гоа. И здесь Old Monk. Красивый. 175. Наш любимый. 175 рупий. Это удовольствие. Стоит сущие копейки. Хотя я даже попробовал местного... самогона, но это гадость неописуемая. То есть они тут технологии совершенно никаких не это самое, и мы его будем использовать для травления этих муравьев. Вот здесь вот такие муравьи у нас иногда это самое. Мы вместе с уксусом это найдем такую пшикалку и будем здесь все протирать вот этим самогоном и этим уксусом против разных комаров. Потому что это все-таки тропики. А вот местный самый классный фрукт, это папайя, она очень вкусная. Да, и хороший закусон. Короче, наливай и это самое.
Хорошо, все, да. Да, все уже. За шкубачок там. Все. Попавшие.